Про Полесье у меня очень много, короче, ну, вопросов. Ну, да, прекрасно. Потому что я такой человек, короче, ну, я люблю охоту, рыбалку, на, вот. И тут такая тема, ну, ты прикинь, короче. А с кем ты ездил? Ну, как с кем, блин, ну, я по рыбалке езжу со своими друзьями, короче. Ты в Полесье был на рыбалке? Ну. Не, сейчас. Деревня Олехина. Не, не сейчас. Я еще про сейчас тебя спрашиваю. А, не, сейчас нет. Рысь ты когда видел? Рысь я видел летом. А сейчас зачем? А сейчас я туда вообще не ездил. Ёпт, куда? Я, блин, ёпт, я от алкоголя отходил. Ёпт, куда мне? Нахрен, вот. Так ты летом ездил, рысь? Да. Рысь. И я смотрю. Вот клетка, понял? Mm. Сука, облезлая кошка. Ебать, да ну рысь. Ну я вижу, что это рысь. Ёпт. И что она? И что она? Ничего она. Вот. Подходишь к этой клетке. Зачем ее в клетке держат, а? Подходишь, блин. А медведь был там? Нет. Медведей не был? Нет. Да ну, если бы он был, я бы обосрался подходить бы, ёпт. Так, а, там медведь был, знаешь, он это. А он кого-то через клетку захуячил. Фишка-то в том, что, блин, раз вот эта рысь, блин, этот говорит, короче, понял. Экскурсовод. Да. Не вздумай подойти, ёпт. Типа, рысь, это страшная вещь. Она, смотрю, у нее такой, ёб твою мать, нахуй, у нее такой, она такая бедная, она такая, блин, такая раз, я говорю, милая, блин. И подходит, я пошел, смотрю, ушел, понял, этот экскурсовод, я к ней туда, хуяться, подходит, и лбами с ней, чик, чик, народ снимает, я спросил, народ снимает, ёб. Рысь вот эта вот, блин, не, и шерсть повылезла, блядь, и вся хуйня, блядь, ну она хороша, она хороша, блин, все равно. Ты прям как бабу, блядь, описываешь, блядь. Не, ну правда, действительно, короче, я люблю животных, вообще базара ноль нахуй. Особливо рысь. Она это рысь, действительно. Вот там... я сейчас хочу дома завести себе, короче. Лесу. Не, ну я себе вот... Мне сосед завел этого камышового кота. Да ну нахуй, ну они дикие, ёпта, да, ну, бесполезно. Он как собака ротвейлер, ёпта. Да я знаю. Блядь, там голова, ёпта, нахуй, пиздец. Я знаю. Это, лесу заведи. Нет. Бля, прикольно. Зараза, там, ты что, они болеют постоянно. Кто, лисы? Да, блядь, прививки делают. А ты думаешь, рысь, блядь, тебе, блядь, там дома она будет... Я люблю кошек. Вот честно тебе сказать, я люблю кошек. Я вообще кошатник. Я манула зверь. Ой, красавчик какой, лохмат.